1995-ci ilin payızında qrupun musiqiçiləri kol dünyanın formalaşmasında böyük rol oynayan və onun menicirinə çevrilən Emil Quliyevlə tanış olurlar. 7 illik iş birliyi ərzində 3 albom yazılır, 3 klip çəkilir, televiziya və radioda bir neçə kütləvi reklam kampaniyası təşkil edilir, çoxlu sayda konsertlər verilir, bir qastrol turu təşkil olunur və qrup Altunlar Milli Musiqi Mükafatına layiq görülür. На определенном этапе развития группы мы почувствовали необходимость в том, чтобы появился человек, который мог бы просто-напросто, ну не будем кривить душой, да, который мог бы чисто материально помогать воплощать идеи. Мы столкнулись с ситуацией, когда для того, чтобы появиться на телевидении, для того, чтобы появиться на радио, выпустить альбом, нам нужен человек, который знает, как это делать, где это делать, и возьмет на себя расходы в связи с этими мероприятиями. Такой человек объявился абсолютно неожиданно. Звали его Эмиль Кулиев, святой человек. В то время, как все открывали комиссионки, всевозможные кабаки и компьютерные магазины, человек стал нам помогать только ради идеи. Есть у меня товарищ. Ариф Джангиров, музыкант, великолепный джазмен, музыкант. Мы друзья с ним с молодости, примерно где-то с 67-68 годов. И когда мне Ариф сказал, что вот есть ребята, толковые ребята, хорошие музыканты. Ну, я уже тогда к музыке, в общем-то, никакого отношения уже не имел, занимался так бизнесом. Ну и пошли мы в Азернешер смотреть этих музыкантов. Посмотрели, понравилось. Ну и решил с ними работать. То есть наша встреча произошла именно вот таким путем, через музыку. ...1996-cı ilin əvvəlində Kol Dünya qrupu konsertlərində dəfələrlə ifa etdiyi və tamaşaçıların tükənməz rəğbət hissini qazanan tam müəllif repertuarına malik idi. Məhz bu repertuar latın dilindən tərcümədə qeyd et və ya fikir ver anlamına gələn Nota Bene adlı debüt albomunun əsasını təşkil etdi. Bu albom müstəqil Azərbaycan musiqi həyatında ilk rock albomu olmaqla köhnə və yeni rock dalğasının ayrıcı xəttinə çevrildi. Первым плодом вот этого нашего сотрудничества с Эмилем Кулиевым был альбом «Нота Бене». Он пришел и спросил: «Ребята, у вас есть материал на альбом?» Сказали: «У нас материал на три альбома». Альбом так и назывался «Нота Бене. Заметки на полях». Это был пробник. Это был черновик перед большой контрольной работой. Я не думаю, что работа, то есть альбом «Нота Бен» является самым сильным нашим альбомом, это дебютный наш альбом, но я хочу сказать, что там были очень интересные мысли, очень интересные музыкальные находки, которые потом мы стали развивать уже, когда стали расти, подниматься. Сложные характеры были у каждого. Но в музыке, странно, как в музыке, самой вот в период создания какого-то диска, в период, вот, творческий период, именно разногласий не было. Мы становились как бы какой-то своего рода семьей.
çatma seni ellerin damar ve dikensin. В рабочем порядке там что-то обсуждалось, иногда, может быть, даже резко, но сказать, что вот они ненавидели друг друга в период там записи или же этого не было. Ну, группа была очень дружная. Денег катастрофически не хватало, и все работало чисто на голом энтузиазме. На голом энтузиазме нашем, на голом энтузиазме Эмиля. Нотабене, это детище не просто своего времени, а это детище вымученное молодыми ребятами, которые в тяжелейших условиях просто его готовили, реально в тяжелейших условиях.